быстренькое отступление по поводу моего стола. Вот он стол, пока он в съемном виде, я сейчас расскажу буквально в двух словах. Он у меня раскладной, то есть я его делал обычный стол для обычной работы, то есть что-то там полепить, порисовать, повырезать, перебрать какие-то мелкие детали, но у меня потом пришла мысль, что надо все-таки его закончить и сделать до конца фрезерный стол. Значит, все, в принципе, как у всех, я не буду в это вдаваться в подробности, все, вот этот вот мой фрезер стоит ручной, я быстренько покажу, вот ножки раскладные. То есть, ну, потом я еще в сборе покажу из обычной 10x10 или 15x15 профильной трубы, значит, складываются, вот. И фрезер сам. Значит, крепление, как обычно, тут на барашках все, вот, то есть это снимается и не мешает работе. Значит, вот такой вот штука у меня подачи, то есть раз, она у меня вот так вот отходит, я не знаю, делать, не делать магнит, в принципе, она... Чуть-чуть натяжечку идет, туговато. А я думаю, пойдет и так, наверное. Вот. И все. Это подача самого фрезера. Вот. Выше, ниже. Сейчас просто неудобно мне одной рукой снимать и крутить. Вот. Вот. Можно подложить сюда вот пятачок небольшой, для того, чтобы это все лучше упор был и не играло. Вот. А так, вот он, происходит подача. Выше поднимаем. Обычный болт приваренный. Ну, такая самоделочка. Вот, в принципе, на этом вот я и хотел остановиться. Вот. И это все вот так вот убирается. Ручечка вот такая плоская. Вот, чтобы она вот так вот колом не вставала, а вот так раз в бок. Все, в принципе. Когда стол соберу, я уже непосредственно покажу, что у меня получилось. Ширина 70, длина метр. Так как я хочу избавиться от пеньков, не то что выкинуть их, а просто избавиться, я как бы устал на них, на этих маленьких квадратиках делать все, решил себе замутить стол. Это еще и является фрезером. Сейчас я показываю. Да, стол получился хороший. В принципе, меня устраивает. Здесь я могу собирать и щиты, и все остальное прочее. Здесь у меня пластина. Я выбрал, значит, паз под нее. Все заподлицо, ничего не цепляет. Все посажено. Здесь фрезер ручной. Соответственно к нему хрень вот эта вот на направляющих ставится, потом все это делается, ну, ходит туда-сюда. Ладно, смысл не в этом. Как бы убил двух зайцев, не просто рабочее место, а еще фрезерный стол. Вот, все это крепится на барашках у меня снизу. Если надо снять фрезер, мы его снимаем полностью, оставляем пластину, это является обычным столом рабочим, по рабочей поверхностью. Если надо, ну, если есть желание там поработать с фрезером, ставим фрезер и работаем. Но так как мне этого не надо, снимать что-то, ставить, он у меня сразу уже есть, я только убираю его снизу, отпускаю, он у меня падает вниз, все, рабочая поверхность обычного стола. Надо, поднял, работаем фрезером. Ну, в принципе, все, что хотел сказать. Тем более у меня это все компактно. Раз, раз. Опа. И убирается. В принципе, что хочу сказать. Место освобождается. Сейчас я стол уберу, поставлю туда пеньки и все остальное прочее. Вот. Уже будет где развернуться, и поле деятельности увеличивается. Как мой сварочный откидной стол, так и этот рабочий откидной стол. В принципе, я думаю, сэкономит мне какое-то пространство, ну и время, в принципе. Ну что ж, всем спасибо и пока.